Городской сверхбюджетный скутер Armada Digital. Скутер собран на короткой базе с 10-дюймовыми колесами. Передний тормоз дисково-гидравлический, задний барабанно-механический. Двигатель двухтактный, классическая скутерная нога с вариатором и принудительным охлаждением. Пульты включения фары и указатели поворотов сделаны максимально просто и функционально. Передний габаритный свет вписан в облицовку скутера как элемент дизайна. Задний габарит яркий и большой. Он делает скутер хорошо заметным на дороге. Горловина 5-литрового топливного бака находится за сиденьем. Крышка бака открывается ключом зажигания. В подседельном грузовом пространстве под люком находится маслобак. Сам грузовой отсек довольно большой и вмещает в себя полноразмерный мотошлем. Дополнительно в передней части скутера находится карман, куда можно положить мелкие вещи, такие как документы или сотовый телефон. Несмотря на скромные габаритные размеры, на скутере вполне хватает места для перевозки пассажиров. Скутер Armada Digital подходит как для повседневной городской езды, так и для утилитарных поездок на даче по грунтовым дорогам.